Здравствуй, Сергей. Здравия, Дмитрий. Стало хорошей традицией по утрам в 10:00 раз в неделю пересекаться для того, чтобы обсудить некоторые вопросы зрителей на канале. Под твоими роликами пишут разные вопросы. И в целом людям очень интересно. Они понимают, что это не эзотерика. Это уже, кстати, большой плюс, потому что у многих на эзотерику отбойный. А люди понимают, что это связано с языком, а это операционная система. Кстати, очень многие уже просто применяют термин «язык» – это операционная система. Ну и все понимают, что как-то с операционной системой у нас проблемы, да, куча вирусов, куча всяких ментальных таких штук, которые мешают жить. И они задают вопрос уточняющий. Структура тренинга, что будет даваться, что они получат на выходе, ну вот буквально, да, даже по пунктам. Потому что продукт на самом деле на рынке очень уникальный. Слева-справа таких продуктов нет. То есть оратор, например, тренинги по ораторскому делу, да, в каждом квартале, каждый день. А вот по операционной системе, по языку, по мировоззрению, по миропониманию, как бы не так. И в связи с этим вот вопрос исключительно по механике самого тренинга или семинара. Вот. Уточни, пожалуйста, что под механикой имеется в виду. Ну, например, в 12 часов мы встречаемся. И прям по часам структура, да, ну там первые полтора часа мы говорим об этом, потом кофе-брейк. Вторые полчаса говорим об этом, практики такие, кофе-брейк. На выходе с третьей пары зафиксируем там, например, какие-то особые, ну, моменты в понимании. Или в навыках, или в чем-то. Вот люди, особенно те, которые ходят на разные тренинги, вот им вот этой части не хватает. Понятно. Ну, скажу так. Регламент устанавливают организаторы, когда кофе-брейк, там все остальное. А, это да. Ну, я имею в виду полтора часа и там полчаса кофе-брейк. Полтора часа кофе, полчаса кофе-брейк. Хорошо. Ну, наш семинар называется, еще раз я повторюсь, «Мир уже не будет прежним. Будущее знание человечества». О чем вообще эта речь? Речь о том, что сегодня все уже проснулись, об этом многие говорили, вот, что надо просыпаться, надо просыпаться. Сегодня все проснулись, а что делать, никто не знает. И при всем изобилии всевозможных теорий, всевозможных рассуждений, даже каких-то практических, ну, не знаю, ну, практик каких-то, которые уже имеют место быть, все равно в итоге нет четкого понимания, что делать. Ну, прежде всего, с собой. Самый главный вопрос, который человек перед собой ставит, ну, он не единственный, но один из главных, это кто я и что я тут делаю. И, собственно, этот вопрос – это мое жизненное предназначение. Дело в том, чтобы разобраться в этом вопросе, каково мое жизненное предназначение, нужно, во-первых, понять, кто есть ты, то есть кто есть сам человек. И здесь, конечно, без языка никуда, потому что именно язык – это тот самый дешифратор тех самых образов, которые каждый человек воспринимает, и перевести на вот… естественно, язык, ну, то есть язык общения, не каждый это сделать может. То есть человек не понимает, что он говорит, хотя ему кажется, что он понимает, что он говорит. То есть такая рассинхронизация в головах у людей, и это связано прежде всего с отсутствием надлежащего воспитания и отсутствием надлежащего мировосприятия. То есть сегодня воспитываются люди таким образом, чтобы восприятие мира было фрагментарным. Ну, здесь чуть-чуть клип, здесь чуть-чуть клип, здесь чуть-чуть клип. И люди пытаются потом из букв «Ж» и «П» составить слово «вечность». И получается, что ничего не получается. Так вот, чтобы получалось, чтобы была вот эта цельность, собственно говоря, мы решили открыть, так скажем, вот на год такое задание вот в результате семинарской деятельности –
помочь людям прийти к самому к себе. И мы начинаем с азов. И, собственно, самое первое, ну вот то, что на первом семинаре будет, это состояние аза. То есть та самая технология, когда ты находишься в достаточно четком состоянии неуязвимости информационной агрессии на тебя. Это состояние можно получить, ну, буквально там, ну, за очень короткий промежуток времени, но чтобы его действительно проявить в себе, нужно поработать совместно, то есть нужно, чтобы человек сам себе доверился. Вот. То есть мы покажем, как это делается. Вообще технология манипулирования сознанием, технология защиты от манипулирования. То есть вот в этом состоянии все это заметно, очевидно и абсолютно понятно, как работает сегодня информационная система и, как это, твоя любимая тема, информационная война. То есть как в ней вообще находиться. И именно вот это состояние аза, оно ключевое состояние, оно помогает человеку находиться, ну, не просто в защите, а вот просто иметь иммунитет. А дальше уже, что называется, кто на что учился. То есть, естественно, это не является панацеей от всего, но как первичный этап, как вот фундамент того, как все-таки находиться в состоянии иммунитета и не заражаться ненужными информационными вирусами. Ну, на первом семинаре мы это все дело дадим. Вот, все будет зависеть от вас, дорогие слушатели, и результат, ну, опять же, из нашей практики, ну, практически 100%. То есть там в этом нет никакой сложности, просто в этом надо погрузиться, в этом надо побыть совместно. А это какие-то упражнения, да? Это какие-то, ну... Это состояние. А, то есть это люди... состояние радости. То есть это состояние человек, ну, как сказать, он его испытывает. Оно приходит изнутри. А наша задача, ну, совместная задача, это состояние, ну, чтобы его создать. И человек, когда создается это состояние, человек в него погружается, и там дальше происходят все открытия, которые, ну, которые возможны. У каждого своя готовность, поэтому то, что откровения и открытия будут у каждого, я даже не сомневаюсь. Вот просто вопрос, у кого сколько и какого качества. Но самое главное, я говорю, вот это состояние, оно базовое состояние, как раз когда ты понимаешь, ну, что вокруг тебя происходит. И находясь в этом состоянии, у человека появляется возможность различать, да, и информационные атаки, и манипуляции и так далее. Да, конечно. То есть образуется вот эта самая цельная картина мира. Да, образуется вот этот иммунитет, вот эта оболочка, так скажем, ну, от всевозможных вирусов. Ну, я имею в виду без осознанных или, так скажем, направленных на бессознательное. Конечно, технологии манипуляции, они достаточно широки и многозначны. Еще раз повторюсь, это не является панацеей, это всего лишь первая ступенька для того, чтобы, ну, понять, вот, не потому что так кто-то сказал, а потому что ты вот в этом состоянии находился, твой личный опыт. И ты сам его воспринимаешь так, как, ну, так, как ты можешь. А вот смотри, из сферы бессознательного. Я на прошлой неделе, там, на позапрошлой, опубликовал там обращение к 15-летним девочкам со стороны, ну, себя, 52-летнего отца, там, деда и так далее. Да? И в целом принято, ну, очень положительно, но пара женщин-комментаторш тут же ко мне там откомментировала, что вот сексист, чуть ли не фашист, то есть очень все жестко, все как-то патриархально, это средневековье и так далее. Я потом зашел в их аккаунт и посмотрел на фотографии, ну там, ну такие лесбийские прически, знаешь, чуть ли не как у новобранцев. Вот я понимаю, что такие люди, они скорее всего к нам и не придут. Но это же ведь ментальный вирус, вот этот американский феминизм, когда мужчина рассматривается, ну, как вообще, там, придаток. Или когда он не может даже вякнуть о том, что он там что-то хочет форматнуть у женщин, потому что традиционно считается у феминистов, что мужчина – это поработитель, буржуазия, да, а женщина – это пролетариат. И вот сейчас пришло время. Как ты думаешь, вот такие ментальные вирусы? Я простой пример там, в принципе, привел.
люди, которые будут на нашем семинаре, а у них будет развлечение, где граница личной свободы, а где начинается вот манипуляция этими ментальными вирусами? И феминизм, я считаю, это тоже ментальный вирус. Он же развращает и меняет вообще миропонимание. Ну, скажу так. Безусловно, наша задача, совместная задача, быть самостоятельными, уверенными в своей жизненной позиции. И, безусловно, среда, которая нас окружает, она агрессивна. И здесь нужно быть во всеоружии, что называется, чтобы не просто противостоять этой среде, как вот сегодня принято, нас сегодня все в борьбу куда-то втаскивают, а просто в этом жить. Вот в этом жить, ну, и преобразовывать этот мир вокруг себя. А, конечно, все это отличается очень просто. Что касается феминизма и вот того, что ты назвал вирусами, ну, это всего лишь навсего проблемы воспитания. Ну, всего лишь навсего, конечно, так вот вроде бы легко звучит, а в то же время проблема достаточно большая. Дело в том, что раньше воспитание было в родах, и род был заинтересован в том, чтобы его потомки, его наследники были лучше, чем предки. Поэтому заинтересованность налицо, и поколения подрастающие, они всегда имели весь опыт рода. А государство, когда взялось за воспитание, естественно, у него были другие задачи, и нету задачи у государственного воспитания, чтобы человек был лучше. У государственного воспитания есть задача, чтобы человек соответствовал тем задачам государственным, которые государство перед собой поставило. И здесь феминизм, как одно из, один из инструментариев, он, в общем-то, наглядно присутствует. Дело в том, что государства различные, они воспитывают свой народ под те задачи, которые на сей момент они считают актуальными. Сегодня является актуальным сделать среднего человека, то есть и не мужчину, и не женщину. Поэтому в женщинах воспитывается мужское начало, а в мужчинах воспитывается женское начало. И мы на сегодняшний день имеем не до мужчин и не до женщин. И они просто так из ниоткуда не возьмутся. Это проблема, которая есть по факту, и ее не просто нужно решать, ее возможно решать, и способы решения на самом деле очень простые. Но в основе всегда лежит это понимание, кто я. Потому что если не знаешь, кто ты, свою конфигурацию, как ты себя преобразуешь? Спасибо. Спасибо. Напомню всем зрителям, что 17 марта у нас семинар, вся информация в подписи к ролику. И мы проведем семинар под названием «Что мир уже никогда больше не будет прежним». Да, приглашаем всех. Спасибо, Сереж. Благодарю.